В апреле этого года началась реконструкция Дома детского творчества «Созвездие». Зданию около 40 лет. Чтобы идти в ногу со временем, здесь был необходим капитальный ремонт. Ход работ проверили депутат Государственной Думы Ирина Роднина, муниципальный депутат Валентин Герасимов и, конечно, сотрудники Дома творчества. Задача посмотреть, в каком состоянии находится, сколько времени надо еще до того, чтобы привести это в рабочее состояние. Конечно, вопросы безопасности, вопросы размещения, чтобы как можно больше детей могло здесь проводить занятия. И, естественно, чтобы это все выглядело очень достойно и красиво. Старые стены, крыши и коммуникации давно требовали обновления. Сегодня рабочие готовят здание к чистовой отделке, монтируют вентиляцию, прокладывают проводку и доделывают систему отопления. Кроме того, в ближайшее время будет благоустроена прилегающая территория. Завершить ремонт планируют к Новому году. Сделаны новые перегородки, сделана стяжка. Двери поставим на следующей неделе. Остается только покраска и финишное покрытие. И актовый зал. Добавляется кабинеты в цокольном этаже, новые покрытия танцевальных кабинетов. Ну и, в принципе, получается новое здание. За 7 месяцев работы здесь проведена перепланировка помещений. Рабочие убрали все деревянные конструкции, расширили кабинеты и поставили новые окна. Завершение строительства ждут дети, родители и, конечно, педагоги. Добавить хотелось кабинетов по хореографии. У нас много танцевальных коллективов. Вот. Но вот еще один кабинет у нас вроде бы добавляется. Пока в здании проходит ремонт, воспитанники Дома творчества занимаются в соседних школах. Но уже в начале 2025 года они снова войдут в родные стены обновленного созвездия. Юлиана Мазырина, Вильфред Зимковский. Новости Химки ТВ.